Всем здрасте, братцы. Ну, в общем, у нас тут, видите, тучи, гроза. Небо, ну-ка покажу. Вроде солнце, и тут же тучи и гроза. В общем, короче говоря, шлифанул, полирнул так более-менее. Ну, вот. Тут уже особо что, ювелирка начинается. Где-то что-то там подубрать, где-то подсобрать, где-то что-то тут, в общем. Ну, так в руке сидит ничего. Единственное, конечно, вот с этим вот подпальцевым упором. Надо что-то делать, потому что так он без упора, ну, будет совсем уж как бы, ну, блин, дурацкие эти наши ограничения законодательные. Тут дебилизм, конечно. Ну, ладно. Уберешь полностью, ну, будет как бы не очень. С упором он получше смотрится. Но упор здесь как бы оставлять там 3 миллиметра, ну, тоже. Хочется побольше, там 5-6 миллиметров. Тогда он будет смотреться, как бы сказать, получше. А так вроде как, ну, не знаю. Не знаю, может быть, я его еще померю здесь так, чтобы хотя бы 4 было, может быть. Потому что иначе плохо будет. Ну, а так в руке сидит просто фантастика. Самому даже удивительно, что как-то так вот он получился. Вот. Хочется прямо... Думаешь, медведь выскочит, можно прямо на него сходу кинуться. Но это шутка, конечно. Вот, ну что тут еще полирнуть можно, но смысла нет полировать, потому что эта сторона будет, ну, шаркаться правилом, поэтому, в общем-то, наверное, оставляем. А с этой стороны, ну да, можно оставить полировочку. Он у меня сведен почти здесь сколько, ну тут уже меньше миллиметра. Уже можно будет вот эту часть чуть-чуть точнуть еще, вот так вот пройтись на алмазике и аккуратненько вот эту часть заправить, миллиметра 3. Примерно вот отступив от края, свести ее, досвести в ноль. Ну, посмотрим. Вот, что у нас тут получилось. По балансу он такой немножко, немножко как бы вот, ну, в рукоять идет. Но это и хорошо. Ну вот, с одной стороны. Ну, кость, конечно, тяжелая, да. Но вес у него, я думаю, грамм, ну, грамм 200, наверное, с копеечкой будет. Может быть, 210, вот так вот, по ощущениям. Не очень уж прям такой тяжелый, но и не легкий. Ну все, это мы потом потестируем, поделаем. Это я так хотел просто показать. Все, братцы, выключаюсь.